Ребенка нашли прохожие. Малыш лежал на снегу в одних ползунках и распашонке и громко плакал. Одна из женщин сняла свою шубу, завернула в нее малыша и отвезла его в больницу, в то время как пьяная мать спала сном младенца после изрядного подпития. Как в последующем пояснила женщина, она уже давно не выпивала, но в тот день пришла подруга. Да еще вдобавок муж, с которым она поссорилась, не дал ей денег на детское питание. Мол, нашла средства на алкоголь, вот и еду ребенку купи сама. Молодая мама нашла другой выход из ситуации. Женщина уложила своего сына спать, сама легла спать. Проснулся от того, что ребенок громко и сильно кричал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пояснила, что эмоциональное состояние свое она не совладала с ним. Взяла ребенка, вышла на балкон, открыла створки балкона и бросила ребенка вниз. Затем вернулась в квартиру и легла спокойно спать.